Чё? Шефа забанили. Вову забанили? Да. Его нет канала. Братишки, ну, ван, блядь, what the fuck, а вот почему, блядь, стрима не будет. Охуеть, блядь. Уже предупреждение пришло о том, что канал влетит. Но это самое. Блядь, я даже знаю, из-за чего это. Из-за вчерашних видео, которые он смотрел, он там два раза словил слово на N и сказал, да похуй. Я, кстати, один раз слышал то, что он словил. А он два раза словил, блядь. Блядь, небеса плачут. Да ладно, завтра разбанят. Охуеть. И а его на сутки забанили? Что делать? Держать передовую самим, блядь. Не, скорее всего, бан-то на месяц, только по апелляции все дела. Какой нахуй месяц? Алло. Чего забанили? Да. Ебать. Он мне, короче, сейчас телеге... Он мне пишет, типа, возможно, пермачи, возможно, я на ютуб съебусь. Ебать. Чего? Даже не верится, ебать. Пиздец, чего, блять, а за что? Ничего такого ведь не было, блять. Ну как, было, ну, блять, не так жестко. Ну, ну да, типа, матч за это давай. Он два раза, блять, вчера на стриме, типа, ролики словил. Ну, не, блять, не пермачи за это. В смысле? Да пермачи за малое давали. Пермачи, да, за разные вещи давали. Ребят, а тем временем у нас осталось всего 11 активаций. Всего 11. Да Ломак, завали пиздах нахуй свой. Нахуй ты ржешь, блять. Ломак, наверное, толстые руки потирает, блять, такой. Ебать, охуенно, постримим, блять, ночью, блять, вечером, блять, идем нахуй. Такой, можно через стримить когда угодно, блять. Ладно, не ходите, Ломак, он хороший, он просто не подумал. Ну вы же знаете то, что Twitch накидывает там за всякую разную хуйню. Он вчера два раза банворды словил, потом еще что-то может быть, блять. Там, блять. Все в купе может давать, блядь, я не знаю, что. Да, давайте вот устроим минуту молчания. Ничего не пишите в чат. Все. Закрыл чат. Ребят, минута молчания. Сегодняшний день будет у нас в нашем скваде, в нашем окружении отмечен как день, когда мы потеряли шефа. Неизвестно, ребят, ничего пока не известно. Неизвестно ничего. Вова так, ну, как вы все слышали, Вова сказал, если навсегда YouTube, значит YouTube, ребят. Значит, пойдем на YouTube покорять медиапространство YouTube. Ужасный день, вот 28 июля. День траура. Анбан, братишкинов, все верно, все правильно.